Говорят, что невозможно переиграть кошку, что более органичнее, чем животные, актеров быть не может. Это Полина Козлова. У меня не было времени бежать за камерой. Тут решила поснимать на планшет. Вот это наша звезда. Или звезд, мы так и не определились. На 2 дня улетал. Тут у всех была истерика, тут инфаркт миокарда, вот такой рубец. Все уже все поняли, что, наверное, птица не прилетит. Ну, подумали, по крайней мере, так. Вот. Все, у нас была печаль печальная. Но сегодня с утра вот это чудо, оно вернулось. Видимо, оно 2 дня потусило на соседних водоемах. Поняла, что кормить ее там никто так не будет. Она приземлилась, тут делала виражи над участком, приземлилась. Ну и моментально, что она сделала, она поплыла к миске. Тут же ей организовали новое питание. Яблоки, морковь, свекла, пшеница запаренная. В общем, все как нужно. Вот. Тут же вон организовывается новый домик ей варится. Потому что со старую собачью будку она категорически не хочет залазить. Ну понятно, она же царь птица. Кто ж будет лезть-то в будку? Тут дом нужен личный. Тут кемпинг будет. Лебединый кемпинг. Вот так вот. Мы тут с осторожностью к ней подходим, чтобы ее не спугнуть. У нее под правым крылом очень огромный синяк, там выпад перьев. Видимо, кто-то ее из травмата все-таки пулял, и поэтому, может, она к людям так с настороженностью относится. Но сейчас подплывает достаточно быстро. Возможно, потому что голодная. И пока ее не было 2 дня, блудила эта гражданка. Над нашим полем пролетали 2 огромных, уже взрослых. Ну, не знаю, самка, самец, пара. Но они просто были огромные, там, бомбардировщики. Тоже очень низко кружили, но не сели. Ну, мы решили, что, наверное, когда она летала в гости к своим, рассказала, что здесь круто ее кормят. Вот, что у нее собственный водоем. Возможно, в гости кого-то позвала. Да? Звезда. Очень органичная птица, просто нам. У меня нет слов просто. Я когда на них смотрю, у меня такое вообще блаженство. Я тащусь, и я балдю. Вот. Я не знаю, будет ли хорошо слышно, потому что сварочные работы, все. Все тут в процессе стройки. Ну вот так. Так что мы растем, я надеюсь. И будем себя хорошо вести. Как организуем ей домик, обязательно покажу. Ну а пока всем спасибо и до свидания.